Полотно площадью 3 на 3 метра и неограниченные возможности для творчества и самовыражения, чтобы отобразить свое уникальное видение современного городского рисунка. Для этого в Железногорск прибыл целый десант – 15 именитых российских мастеров граффити. Еще 15 художников отобраны среди железногорских авторов уличной росписи. Последние выходные лета запомнились горожанам теплой погодой, буйством красок, завораживающей атмосферой искусства, энергии и драйва. Сегодняшний фестиваль – это пример как раз сотворчества, это пример сотрудничества. Первый такой большой масштабный совместный проект, в ходе которого мы создаем совместные мероприятия. И это на самом деле самое ценное. Мы надеемся, что через какое-то время мы здесь увидим подобные проекты, организованные не нашими уже силами, а силами людей, которые здесь живут. Это на самом деле самое главное. Горожане с полудня и до самых сумерек наблюдали, как белые полотна наполнялись цветом, тонами и полутонами, обретали объем. И каждая из 30 граней не была похожа на другую. Все получились разными по стилю и смыслу. Тот или иной цвет, он всегда передает эмоции, и сочетание одного с другим, они так или иначе играют на чувствах зрителя. То есть там психология цвета для меня очень много значит. Я стараюсь от этого отталкиваться в своих работах. Охотно делились художники и тем, в каких красках они увидели Железногорск. Я приехал сегодня утром в 6 утра, и пока первое впечатление у меня одно – это то, что очень много зелени. Очень много деревьев, то есть он зеленый город. Иван Симонов в первую очередь считает себя фотографом. Для него краски и цвета – это возможность дополнить свои снимки глубоким смыслом, чтобы прохожий перед его картиной остановился и задумался. У меня проект «Хэштег маленькие люди», где я фотографирую людей, делаю фотодокументацию и потом переношу ее на стенку. И здесь, соответственно, я эту технику масштабирую из маленьких персонажей. Я делаю здесь больших с людьми, которые попали мне в объектив когда-то. Приятно как раз, что это небольшой город. Здесь своя атмосфера, здесь очень приятные люди. Спасибо фестивалю «Арт Окно». Качающие музыкальные ритмы, которые наполнили главную площадь города, словно добавляли объема картинам. Зрителей становилось все больше, особенно молодежи. Настроение замечательное, очень хорошо, что окультуривают наш город. Люди знакомятся с различными стилями, как бы все очень здорово, нам нравится. На празднике уличной живописи железногорская молодежь не только любовалась картинами и восхищалась талантом художников, но и предлагала свои идеи, какие граффити и конкретно где хотелось бы видеть в родном городе. У нас очень много мест в Железногорске, где можно расписать разными картинами, произведениями искусства, даже мировых художников. Это тоже взять главные улицы, дома, потому что многие стены домов пустуют, и они смотрятся мрачными, и их можно красиво разрисовать. Думаю, это должно быть что-нибудь очень яркое, чтобы радовало глаз прохожих. Да, и это должно быть на высоком здании, чтобы видели многие. Самую яркую и полезную идею можно воплотить. Уже в этом месяце в Железногорске начинается прием заявок на участие в специальной образовательной программе, подготовленной культурной платформой «Арт-окно» совместно с Музеем современного искусства «Гараж». Она позволит жителям исследовать собственное городское пространство, разработать и реализовать значимые для них культурные проекты. Гранты мы будем выдавать в размере до 300 тысяч рублей за каждый проект. Предположительно, мы планируем выделить 5-7 грантов в зависимости от уровня заявок. И финансировать мы эти проекты будем уже в следующем 2020 году. А до конца этого года мы планируем провести сам конкурс, подвести итоги и объявить в декабре уже победителей грантового конкурса. Вся центральная площадь Железногорска в этот день превратилась в одну большую творческую мастерскую, где найти увлечение по душе мог любой желающий. Например, поучаствовать в декорировании одежды красками, создании стикеров и комиксов или просто покататься на качелях, радуясь лету. Этот праздник очень красивый и добрый, и это весело. И я хочу, чтобы еще был такой праздник. Очень хорошая задумка, очень классный подарок для нашего города. Нам здесь очень нравится, очень весело, детям классно, и молодежи весело, есть где погулять. Все очень круто.
А вот 5-летняя Илона вместе с папой в детской столярной мастерской смастерила домик. Что ты мастеришь? Домик. Домик? Да. А кто в этом домике живет? Зайчик. В социальных сетях рекламу увидели и решили прийти на этот праздник. Ребенку показать, повеселить, провести приятное время. Ожидания оправдались? Конечно, да, приятно, да. На самом деле хороший праздник. Пойдем дальше. Сейчас здесь поиграем, пойдем дальше, посмотрим. Между тем, специально приглашенные гости обучали юных железногорцам основам рэп-фристайла, хип-хопа и брейк-данса. Вечером художники завершили свои работы, готовые картины впечатлили железногорцев. У холстов было не протолкнуться, каждый хотел сфотографироваться рядом с граффити и рассмотреть все детали. А в финале праздника яркие краски расплескались уже над всем Железногорском. Залпы фейерверка озарили вечернее небо города множеством оттенков, буквально на несколько минут создав неповторимую картину.